start spreading the news. I'm leaving today. Well, if I wrote it in your letter, then it don't mean. Считаю, в центре города Бостона, ребят. Забираем Volvo S60 с дилерской. Вот она моя вторая машинка. Вольвуха S60. Вот такая вот красавица. Шикарно салон у нее. Руль вообще вот она здесь запаркован. Наверх места много не занимает, машина маленькая. Следующий автомобиль Nissan Altima в городе Хаверхилл, и он же последний в Бостоне, если ничего не найдут. Движемся в сторону дома, что-то как-то слабенько у нас идет пока. Всего лишь 4 машины было, 5, одну отменили. Машинку еще одну, последнюю здесь в Бостоне, город Хаверхилл. В общем, здесь 2 дня назад, или когда был тоже шторм снежный, у них здесь не было электричества, и кажется, до сих пор ничего нету. Хотел купить себе что-то поесть, короче, походил к этим ресторанам, Вендис, Макдоналдс, ничего не работает, плюс светофор ни один в городе не работает, смотрите, ни камеры, ни светофоры, нету ничего. Нигде, как говорится, этого электричества. Так что, ребята, и такое бывает. Ребята, суббота, 10 марта. Нам не удалось уехать на выходные в рейс, так как не смогли найти все машины. Застреем до понедельника. В понедельник находим остальные в 3, и надеюсь, может быть, выйдем в сторону Алабамы.
Ну вот вчерашняя моя загрузка, ребята, смотрите. Кадиллак. Черканулся. Не, нормалек. Кадиллак Флитвуд. Вольвочка S60. И Nissan Altima. Это все, что мне удалось вчера собрать. Такая вся побитая. Грязная. Вот. Трейлер работает отлично. И свет, и в принципе, ну, все четенько. Вчера я испытал гидравлику. Самое главное, гидравлика. Гидравлика пашет. И это радует. Вот, но не радует то, что мы не смогли сегодня уехать, ребята. Это просто засада какая-то. Еще одни выходные дома. А потом попадаешь на выходные в Техас и опять пропускаешь. В общем, как-то печально все. Но ничего страшного. Я решил сегодня время зря не тратить. Сделать небольшое дело. Так как вы знаете, что у меня проблема с антифризом. Он куда-то уходит. Вернее, не куда-то, он переходит. Переходит с одной стороны бачка в другую. Но когда выпускаешь воздух, он начинает подниматься обратно. Поэтому я решил сделать маленькую дырочку в крышке. Здесь где-нибудь тоненькую, такую полмиллиметрика. Там мне, кстати, в комментариях кто-то подсказал. Вот. И попробую посмотреть, если это поможет решить проблему. Я не знаю, что за проблема. Если это не решит проблему, что воздух не будет уходить, значит, ну, наверное, точно что-то где-то задерживает воздух в системе. Поэтому нужно будет решать эту проблему. Потом я заметил, смотрите, у меня тут гвоздик в переднем новом колесе, ребята. Это не шуточки. Елки. Жалко. Новые колеса. Наверное, нужно его вытащить. А если вытащу, то может спустить. Короче, сейчас попробую. У меня вот есть вот такой вот набор. Неплохой набор сверел. Всяких других разных прибамбасов. Стоит он копейки в строительном магазине, но часто помогает. Поэтому я думаю взять самое маленькое сверло. И просто сделать дырочку. Смотрим, если она пропустит воздух. Вот она крышечка. Такая прям посерединке вот здесь. Маленькая дыремахочка. Просто думаю, может, крышка не пропускает воздух. А может, она не должна пропускать воздух. Не знаю. Как-то так попробую решить проблему. Сейчас заведемся. Все-таки я заметил, что цепляют провода, они могут не поцарапают сильно там, да? Но это нехорошо. Сейчас я ее вперед двину, так как есть возможность. Кстати, я ее цепями зацепил. Машина рамная, представьте. Рамная легковушка Cadillac. Наверное, одна из последних. Так как, ребята, машина немножко ближе. Близко к кабине, решил ее чуть вперед продвинуть. Но перед тем, как подвинуть, ребята, у меня нарисовалась еще одна проблема. Не знаю, показывал вам. В общем, видно вот эта система кнопок. Это полная, как говорится. Ладно, промолчу. Вот такая вот кнопка, так она выглядит. И она уже не работает спустя 4 или 5 месяцев. Ее нужно нажимать, потом нажимать рычаг, и тогда и даже двигается. В общем, у меня есть такая кнопка, сейчас я ее прям
и поменяю, наверное. Там уже у меня, пускай тумблер стоит, а здесь я поменяю, кнопочку поставлю новую. Все нужные инструменты и запчасти. Ну, не знаю, если точно такая кнопка, но она, по крайней мере, похожа. Главное, чтобы пошла по толщине, чтобы дырку пролезла. С помощью вот таких вот колечек сейчас мы сделаем для других. Вот такая вот петрушка получилась с проводов. Сейчас мы сюда накинем кнопочку. В принципе, должно работать. Так вот вблизи выглядит сама кнопка, тоже с резинкой, нажимается, конечно, она гораздо труднее, тоже чайно, надеюсь, может, покачественнее чайно. Вот так как мы имеем рабочую кнопочку, ребят, все так получилось, все это ерунда. Только надо смазать немного, я думаю, солидолом, чтобы туда вода не попадала. Ну, как бы уже можно тогда двигать. Это уже лучше. Машина находится подальше, провода не дотрагиваются. Так ехать более безопасно. И заодно кнопочку починили. Сейчас, ребята, полетаем немножко. Поедем посмотрим, как поживает мой старый трейлер, который я продал в Майами. С Майами он перекочевал назад в Массачусетс. Сейчас мой родственник на нем уже работает, на этом трейлере. Как бы едем на трекстап, хочу показать, как он смотрится вообще. Ничего не изменилось там сильно, конечно, но трейлерочек старый работает. На этом фретлайнере, кстати, который я делал обзор, проект трейлера, помните, который там Миллер трейлер он делал. Вот этот пацан сейчас продал тот трейлер и работает на моем. Сейчас глянем. Это город Чикопи, где я ремонтировал, кстати, свой трейлерок недавно. Ну, только другая его часть. Вот, Rockstop Pride. Сейчас заедем, глянем. Тут, кстати, такое КПП. КПП. Если ниже шлагбаума, то можно стоять бесплатно, ну и проезжать вообще. Здесь куча траков тоже. Я здесь редко бываю. Очень. Вот это гора, это мусорка. Представьте, вот это горы мусор вот так здесь в Америке утилизируют. Просто складывают, перемешивают с химией, с землей. Я не знаю, что они потом делают с ней. Поливают там. Короче, такие дела. Тоже куча кархолеров здесь стоит. Я выглядываю, где тут Денис. Где тут Денис? А, вот он. Вот он. Interstate Carrier.
прямо в лужу вот заехал. Вот он Денин трак. Вот это что-то тут Денин нету. Ну-ка. Все, рабочий. Вот эта компания, кстати, называется. Interstate Carriers. Прикольное название. И родимый трейлерочек. На ходу. Приятно видеть. Тут немножко сделали. Подварили. А, только вот эта проблема была. Все остальное, в принципе, в рабочем состоянии. Полностью загружен. Приятно видеть, как говорится, в здравии технику, которая до сих пор ездит помыть, конечно, надо немножко. И посмазывать 100%. Так, а что тут, я не понял? А, на моторчик крышка разбилась. Аккумулятор все тот же. Тут пока ничего не поменялось. Ну да, лучше накрыть моторчик, чтобы зимой снегом не засыпало. Вот трак. Трубу-то где-нибудь не поменял, эту громкую. Так выглядит тоже ничего, нормально. Вот эти, конечно, подкрыльники, это тема, я хочу себе тоже поставить. Такие подкрыльнички, чтобы грязи не закидывало трейлер, гораздо чище будет. Так что, ребята, проект «Автовоз», как говорится, в здравии, работает на полном ходу. Кстати, смотрите, какая лобовуха. Я уже показывал, без разделителя. Вот она смотрится гораздо лучше, мне кажется, эта лобовушечка. Так, а вот вам пример «Хадшат». Рядом стоит новый трейлерок. Кто-то на Dodge, на вот таком пикапе. Раньше Денис, вот, который сейчас возит эти машины, работал на вот таком Кауфмане. Три машины сюда помещаются. В принципе, тоже люди зарабатывают деньги. Ну, он, конечно, ну как, надо больше работать, это больше по локалу. Вот такой берешь пикап, Dodge с Каминцем. И работаешь, видите, 3500 и Каминц. Нормально? Тоже ездят, зарабатывают деньги люди. Что ты сейчас будешь делать, Дэвид? Рассказывай. Дэвид, you like the trucks? Да? Нравится тебе? Нет. Будешь ездить на таком? Или скажи, 300 лет, папа последний из магикан, кто на траке будет ездить, да? Надеюсь. Что ты купил? Шлангу. Airline. А, у меня такой, кстати, был, но он мне не подошел. Почему-то у меня вот этот гения не подошел по толщине, да. У меня порвался прям на колонке, знаешь, видно. Оу. Давид, не балуйся, не балуйся. Нормально? Не падай. Она скользкая, кроссовка. Я говорю, показал, как у тебя точно такой трейлер, да, День? Да, это русский тоже один этот. Да? Я ему продал свой трейлер вместе. Тоже дюля, а да. У него несколько траков? Все его траки, видишь, вот это все, это его. А, вот все его траки. Ух ты, бэха у него шестерочка такая, нормально. У него чисто хатчата, я так понимаю. А? Чисто хатчатами занимается? Чисто хатчатами, а он должен там быть. О, блин, круто. Да, ну слушай, у тебя, конечно, нормально, нормально сохранился. Сколько ты ездишь на нем, День? Качать заднее, да. Я знаю. Да, у тебя, только кстати, спустила, я где-то поймал гвоздь. У тебя колеса спущены. Ну, если бы гвоздь поймал, я думал, она до конца спустила. Все колеса были спущены. Не, вот то заднее. Ну да, я знаю, вот это. Да, Самсон 19-й. Я уже так от выхода 19-х, я честно скажу. У меня твой туз. Я заказал, он выше трейлер, выше. Да, оно немножко спущено. Да, уже сильно спущено. Да. И мне кажется, надо все проверить. Все лучше. Ну, да, я проверю. Надо будет же. Я купил кетку, надо этот брейк аджастмент сейчас тоже. Да, брейк аджастмент надо делать, да. Брейк аджастмент 100%. Подожди, у тебя, ты говоришь, порвался воздушный шланг и да, что? Да, прям на траке. Прям вот здесь. И ты продолжил ехать? Что? Ты продолжил ехать? Я не знаю, только заметил сейчас. Не знаю, когда он вообще порвался. О, вот он, видишь? Обалдеть. Как? Я говорю, ноги. Так это подожди, это сервис, брейк. Да, сервис. Это не emergency. Если бы у тебя порвался красный, у тебя бы заклинили тормоза. А, окей, ну good. Поэтому ты не заметил. Да, у тебя синий порвался, получается, ну, полбеды, вроде как, я понимаю. У меня красный порвался, так у меня сразу все стало. Ну, стало. Я стал, короче, и все, и посреди колонки встаю. Вау. Да, у меня даже видео есть, я там поменял, купил красный новый шланг, ковырялся, морозище такое, man. Я тебе говорю, ну что, заглянем? О, вау, smells good in here, man. Немножко
Так чистенько, хорошо. Вот как хром красит. Вообще просто. Обычный Century, конечно, ну, немножко попроще. Вот с хромом. Not bad. Ничего себе, у тебя палка такая. Видео смотришь или карты? А? Карты смотришь на телефоне? На LG старом. А, да. Не, ну это там видео смотри такое. А, чисто entertainment. Да. Прилепи сюда себе таблетку прям на этот. Ну, надо купить таблетку. Коврик от старого хозяина. Ага. Я его думал снять, так передумал. Вроде как-то привык к нему. Азиатский, как да. Будто родной уже. Рация. Да, revisiting. Я ж снимал денег, когда ты еще тот трейлер делал. Слушай, супер чистый трак, реально, вот даже сейчас, спустя сколько да, время, ты его, прошел, ты, его под... ты его поддерживаешь в хорошем состоянии, молодец. Стараюсь, да. Коврики, ну да. Ну да, чувствительно шире денег, конечно, чем Volvo однозначно. Тут да? Даже разговора нету, да. Место, да, место на фит как минимум больше. Думаю, может где-то как в 760-й новой Volvo. Думаю, каждый кархоллер должен такое иметь. Это что такое? Двери открывать, если замкнулись. А, вот это на двери? Я никогда не видел такую штуку. Ну, она специальная, что она прям это, ну, мощная, она соединяется. Ну, вау. И можно любую дверь открыть. Ну, плюс тут эта штука, откручивается там эти насадки разные. Надо приобрести. И такое еще есть, знаешь, как будто, когда давление проверять в дверь, такая квадратная подушечка. Да, да, я знаю, такой плоские, наш... плоские такие есть, широкие. Не, а есть такая, как подушка. Ага. И она с, накачивает. А, да, 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 да. У пожарников такая. Я заказал такой, чик-чик-чик, все. У пожарников, да. Да, салончик супер. И тебя? Ну, так, колонки как, рубашек, нормально? Колонки вообще. Так себе? Как дискотека. Что, серьезно? Мощные, да? Да, сейчас тынь, тынь, тынь. Сейчас. Вау, меня удивляет, как чисто панель. Вот, тут видно, никогда не курили в этой машине вообще ничего, знаешь? Нет, да. Это мне нравится. Потому что некоторые фортайнеры они очень берут. Ну, желтизна как бы вверху есть, но это отраз. Это даже, да, это выигрывшая более. Ящички. Да нет, ты что? Классно трак где нет, ты урвал, я тебе скажу. Мне нравится. Да, я думаю, камера не передаст звук, но я услышу. Послушай. Потому что у меня Volvo вообще, у меня такое дребезжит немножко оно. У меня задние колонки не работают, только передние. А, сейчас послушай, оттуда обалденно вообще. А, у тебя своя просто музыка, но у меня да, тут просто... фигня, у меня старая. Ну, что такое, чтобы ударило такое хорошо. Просто мелодику. Всего... Mm-hmm, there's two beds. Yeah, I took it. Did you drive with your dad? Yeah, to Virginia. О, да, не, качество сразу слышно. Уже бьет, слышно? Очень. Не, хорошо играет, да. Акустика ничего. Тут видишь, у тебя там раз колонка, два колонка. Ну и тут две колонки. Ну и в дверях, наверное, да? Ну да, в дверях все колонки. Или как там, ты в Монтенегро или Аликанте. Я так недавно искал на карте места, где были с тобой тем марк. Да-да-да, не, мощно, мощно играет. Да. Ты так включишь какое-то видео и едешь себе, да? Да, так, ну у меня тут телефон, знаешь, GPS когда стоит. Ну, карта, прямо карта. Под рукой, знаешь, да, сразу, да, да. Так-так и все. Я тоже для карты в основном пользуюсь, ну, да, ну сюда, да. Нет, Bluetooth это, работает, да. Микрофон. А, Таня он плохо работает. Рация, рацию пользуешься иногда? Рация не работает, она принимает, но что-то не отдает. А, ну да, надо посмотреть. Да, десятку привык, ты к десятке уже, да? Но лучше бы автомат, скажешь, да? Конечно. Еще один наездник, как я, да? Скажи, ну при чем тут это? Просто комфорт и безопасность, это в сто раз лучше, чем вот эти кочерыжки. Знаешь, сколько было моментов опасных? Да, конечно. Зачем отвлекаться, да? Или запутайся, или что-то, это вообще капец. Да, так что, ребята, вот так вот. Вот такое вот движение. Сейчас будет меняться шланг. А где у тебя этот шланг, я не могу понять? А? Где он у тебя? О, тебе сейчас надо будет связку развязывать все это, да? А, да я сейчас это, откручу и вытяну его просто, я не буду развязывать. Если что, я его я по кускам его разрежу. Главное, чтобы красный не перерезать. А потом... Режешь синий, такой чпок красный тоже, да? Не, а потом я просто зип-тайс к нему же прикручу вот так. Зип-тайс он будет подтягивать? Ну, можно, допустим. У тебя нормально, ничего не трогает, у тебя хорошо. У меня бывает лежит на этом прямо сам. Я думаю, потому он и порвался. Видишь, я как сделал, получается, на растянул аж туда. Старый, чтобы, может, да. Да, вот это, чтобы да поэтому натяжку надо... Я отменял то-то.
Это броню. Ну тогда день я слушаю, да, пересмотри натяжку. Не, я думаю, я где-то на повороте, я вот делал сильный резкий. Рванул сильно тогда. Все. Сервис, ничего себе. Такими вещами следить надо. Да, тебе смотри, вот на эту, оно по наследству все передается, и трейлеры, и косяки все эти. Да, тебе просто подомкратить тут до сюда, до этого левела и подставить. Это как, знаешь, как Саня говорит, собирался это сделать. Наверное, ну, да, и я и, собирался, так и ты, наверное, так да, и не сделал. Да. Вот, это, вот эту обрезаешь, просто ее хоп, и вот сюда привариваешь, и все. Высоту ну, сделал. Если я вот это, вот такую же балку поставлю сюда, ну да. И приварю да. даже вот это к той палке. Все, она никуда не денется. Я тоже думаю, да. Но, на десяток лет еще и ухватит. Одно, что надо будет сделать, это он ту балку, которая с середину поднимает, с другой стороны. А, там не дона про. Там дырка есть какая-то, да. Да, ну, да, да. И опять все. Же, мне кажется, я даже так купил с той балкой. А, да? Ну, я не уверен. Не уверен, но да. мне кажется, да. Такое, это у тебя загружено? Будешь разгружаться или уезжать? Не, все, я уже на... Ты уезжаешь Virginia, завтра, да? Да. О, вау, найс. Ну, 7 машин по сравнению с тремя нормально это денег? Как? Не понял, что? 7 по сравнению с тремя машинами конечно, нормально? Конечно, да. Ну, ты, в сравнению с этим... Тут-то 3 загрузил, да, так легко поехал, ну, да? Ну, зато загрузить легко, да. Зато по деньгам лучше. А по деньгам намного лучше, да. Ну, да. Дольше, конечно. Работы больше, но... Да, ну, сейчас знаешь, как бы сейчас... Можно не сильно перебирать, берешь как бы... Все. Оно не в общем прям, нормально. Все старайся. Да. С этим ты пытаешься взять подороже, торгуйся. Да, да. А тут как бы, знаешь, даже если одна машина сорвалась, знаешь, да, не да, смог да. забрать. Все, 6 машин уже. Кстати, хорошо. Продается сейчас, продает этот Тельман. Помнишь Тельман? Ну. А, у кого я купил трейлер, он еще один продает. Правда, за 49 тысяч, но состояние он весь перекрасил, переделал. А, тоже. Дорого. O5 он на вечер этот. Фурнай. Но он другой, это он не как этот. У него помещается сюда автобусы экспресс-вен. Серьезно? Он супер маневренный, там такие кабаны можно сувать, да. Ну, я но если кому-то надо, если что, даже знать, потому что он продает, если кому-то трейлер надо. Так что это. Ну сюда тоже помещается, что я тундру сюда ставил. Ага. Нет, тундра это сюда, это тундра сюда и 150-е трачки. По-русски? Геленваген, да. G-Wagon. Да, но я ему крышу поцарапал. Да? Ну, это практика. Да. В следующий раз не поцарапаешь. Сильно высокий для меня. Тоже побитые, поцарапаны. А, ну да, колеса следи, Деня. Будет, ты их все 110 держи, у тебя будет всегда, пока гвоздь не поймаешь, хорошее давление и будет сжираться да, резина да. правильно. Нет, я смотрю, у тебя новая резина хорошая, ну как бы, относительно нормальная. Поэтому, ну. Вот этот диск у меня же отвалился, здесь новая ступица стоит. Вообще здесь все новые ступицы стоят. Серьезно? Ну вот это, не знаю, расслабилось колесо, расшаталось и отлетело. У меня на видео даже есть этот прикол. И вот это спасло, да? Конкретно, оно держало колесо, чтобы не вылетело. Ну это жизнь спасла, эта штука. 100%. Подкрашивать, конечно, надо. Ну, я тебе скажу, вот этот день ты все зачисти и все-таки смажь графиткой. Потому да, что, ну, вот это оно будет тебя портить моторчик, и все будет туго идти, да, знаешь. Да, да, да. У меня на новом ржавеет. И то я, знаешь, я только покрасил, оно опять поржавеет. Да, время надо. Да, кучу времени, это правда. Я, ну, нормально, работает, короче, работает. Ладно, трак бегает. Да. Держит. Yep. Кауфман трейлерочек. Короче, много вопросов поступает, ребята, по вот именно 3 машины. Вот. Человек, работающий на 3 машинах, может вам рассказать немножко про это. Че, гвоздь у него уже? Не, камень. Ну, нулячий. Мне кажется, он на нем еще ни разу не выехал. Если кто-то будет брать, например, с нуля Кауфман, да. пусть берет вот такую сетку, я точно не знаю размер. Толстую, да. Именно вот такая толстая. Она под сетка, заказ. Ее 2 недели надо ждать, конечно, но стрэп и можешь сверху зацеплять колеса. Вот как да, у меня ремни. На трейлере. Ну да, ремни цепляются, получается, сверху. Да, да вот так. В дырке. А раньше ты цеплял за бок, да? Да, за бок. И многие дилера не любят. Например, если ты приедешь забирать новые тачки в порт, да, за бок. Тебе не дадут забрать. Ага. Они должны быть сверху. Я понял. Ну, мой совет, все покупать трейлера только нулячи. Только нулячи. Ну да, да. Потому что она не стоит тех денег, там не сэкономишь. Ну вот я купил нулячи, попал на 2000. Не, ну такие. Такие надо старые покупать, а вот такие новые. Не, ну все надо новые, если есть деньги. Если их нету, не, тоже ну, надо смотри, но. Если такой, дают деньги, смотри, так скажем. Такой новый трейлер стоит 13 тысяч. Ну да, это вообще копейки, слушай. Я думал, вообще 1700. Юзаны стоит 10 там 11. Команд, даже 3 тысячи, вообще а смысла не стоит нету, эти. Вообще, нет только смысла. Новый. Я не знаю, почему люди... Ну видишь, как он сделал? Конструкция, обычные уголки, ребята. Да? Вот я не знаю, мне кажется, бы его... Его бы в Союзе бы... Не знаю.
сварили бы сами такой бы за три дня. Видишь, у него special order. У него конструкция, тут балка только большая, такая длинная, да. Ну, да. Но они ее, видишь, они ее раньше она была. Надо просто одно ровно его сварить, чтобы он косо не ехал. Вот это важно, у них конструкция вся эта. Ну, проводку сделать, сколько тут, два поворотника, да? Не, проводка тут немножко стрёмная, да? Стрёмная, да. Но если ее перетянуть, проводку на качественную, я думаю, будет что-то. Нет, ну если ты берешь новый, поездил 2 года, продал за 10, купил новый, опять и ездил. Ну, это разумно. Но это так ярко. Если ты работаешь, если ты, конечно, вообще не работаешь, тогда можно на старом раз в месяц выехать. Но нет смысла, на этом раз в месяц выехать, только на семечки хватит, да? На этом надо мотаться сильно. На нем надо как рабыня. Изаура. 100%. Ну, Glad Hands, все вручную опускаешь. Ну да. Она ведь катится. Опустил. А, вау, ничего себе, ногой понял. А это поднимать или что? Да, это поднимать и все. А под... Ну смотри, ты взял. А ты можешь так же и поднять, да? Да, смотри, ты опустил, заклинил, все, за секьюр сделал, и потом что осталось, и поднял вот эти двойки. Окей, окей, окей. Слушай, ну это изи, классно. С одной стороны нормально. Ну, сломал. Ну все, как там зовут этого хозяина? Извини нас, друг. Мы сейчас починим, все нормально. Просто надо тебе помочь, наверное, да? Нет, подожди. Пальцы, ты пальцы, на себя потяни. Ух ты, блин. Мы еще это вырежем. Почему говорю пальцы? Он аж, наверное, там услышал. Ну. Свой трейлер. Да. Не, ну бывает, просто новый. Она краска, она застряла, да. Краска покрашена свеженькая. Ну вот, конечно, такой берешь пикап, день, это новый вообще, смотри. Это... У него даже номеров. Этот? Да, ну, вообще нулевый. Это прион, это прион. Саустаун, да? Это дилерская? А, нет, это прион. О, я смотрю, он новый, он вообще не работает. Вот это fifth wheel. Вообще на нем не работает. Вещи никакой. Пятое колесо крутое. Сразу fifth wheel, видишь? Предзаказ. Прямо предзаказ, это идет с завода, да. Это классно, это 3000 паундов fifth wheel, обалденный fifth wheel. Слушай, ну, но он дорогой. Они модернизируют. Модернизируют. А, именно эти Dodge, да, они очень сильно под... Dodge поняли, что этот рынок для них... Знаешь, какой у них классный engine брейк? Спаренные колеса. Слушай, ну это Cummins, на Cummins'ах всегда классные. Да. Не, ну на пикапе, да. Так он смотрится спереди. Тоже лапочка. Надо шлаги. Ага. Да, я сейчас строчок еще раз обойду. Вот салон такой примерно, если видно вам. Ну да, человек купил новый пикап-трак, 3500, это такой мощный, достаточно для машины. Ну и Cummins, конечно. Если тут бензиновый мотор, он ничего не потянет никогда в жизни. Вот, а вот такой Ram, он работает, работает очень даже. Если их штук 5-6, наверное, я думаю, неплохо даже. Там хозяин ходит, хозяин трака. Так что ребята просили показать, помню как, а это наезды по ним, сюда их цепляешь и заезжает машина. Просили показать, показал аккуратненько, но есть что есть. Что ж, мотор тоже заснимал. Где-то заправился с водой. Вот это такой фильтр у тебя черный? Он должен белый быть, да? Второй раз уже. Я не знаю. Когда я брал этого было. Ну, черноватый, когда... черноватый, что-то он все какой-то. Не, это мы уже второй фильтр, я поменял. Баки посмотри, может баки грязные. Я не уверен. Там Саня говорил, ты что-то заливал какой-то. Я бросал туда эти нафталин в баки. Что такое нафталин? Ну, короче, такие mothballs белые. Да? Да. А где ты их брал? В Walmart'е. И что, помогло? Ну, мне почистило баки, мне один цыган посоветовал на тракстапе. Серьезно? Я засыпал, думаю, ну клинанет движок. Уже тому и быть. Не, почистила баки, у меня больше никогда проблем не было. Забивала. Он говорит, типа это старый способ. Так чистили баки раньше и добавляли цитановое число на дизелях. А по-английски как? Нафталин? Mothballs. M-O-T-H. О, это ведь от моли. Да. Mothballs. У тебя бачок черный тоже, да, такой? Не, вот такой, там нормальный. Там, я не знаю, что это такое. А ты тут клеил, да? Или он клеил? Он все клеил. И не протекает, все нормально? А, ну пускай работает. Не, Детройт мне этот нравится. Фильтр. Ни EGR-ов, ничего, да, у тебя вообще. Ничего нету. Ну, с другой стороны, все, но все. Ну громкий или нормально? Сам двигатель. Не, тихий. Достаточно, двигатель. Да. Потому это, что громче, нет. Чем мой Cummins, наверное, только такой же Cummins.
Хотя говорят, Детройт громче. Новая каскаде, ребята, все, никак не сделаю обзор полный на их. Снаружи вот могу вам показать, как она смотрится. Ну, уже видели. Да, да, очень все просто. Как мне это нравится. Мэн. Подожди, ну у тебя тут HR вообще ничего, он все убрал полностью, да? Да, полностью все. Как же это круто. Да. День, у тебя, правда, ремешок вози с собой запасной. У тебя достаточно потресканного. Да. Да, вози вообще все ремни с собой, вози. Это у тебя air dryer? Я не знаю, что такое. Я ведь... Воздухоосушитель. Это где он осушает воздух? Ну, в твоем, во всей воздушной системе. Все, это получается, что менять тоже надо? Это надо менять и часто, каждые 50 тысяч. Иначе okay. будет проблема с воздухом. Окей. Okay. Поменяю. Ну, говорят, 100 тысяч, ну, 50-70 тысяч меняют этот... Серьезно? У тебя будет, да, проблем okay. с воздухом не будет. Он просто осушивает, чтобы у тебя влаги не было. Ну, у тебя влага, если в линиях, он у тебя замерзает, и ну, ты уже зимой, не поедешь. Да. Да. Ну, пока проблем вроде не было. Не, ну, чтобы их не было, лучше поменяй, да. Ну, да, да. Я тоже у себя, как бы, забываю, но меняю. Ну, классный. Ребята, я, конечно, показывал, уже видели. Я же еще в Калифорнии его снимал, в хорошую погодку. Такую же солнечную, да. Сейчас свежее будет, чем сейчас. Опа, привет, грилька у тебя что-то где? Ты ее сделай, не то она у тебя отлетит. Да, Каскадия новая, классная. Каскадия новая, классная, ребята. Пенский, да, вижу. I like this truck. Yeah, it's like... It looks nice. Futuristic, да? Как ты сказал, Дэвид? Futuristic. Futuristic truck. Nice. Ну, Вольф, тут ступенечки, там все дела, но зато здесь можно пройти, так поковыряться. Ну, лучше не ковыряться, конечно. Но можно. О, резина, как у меня, Якохама. Кстати, рисунок такой же, но это Якохама, а Continental. Очень интересно, почему. На одной базе с разными названиями стартует. Вот здесь чувачок Рифер. Да, Рифер. Что-то как драйвен смотрится, а сам Рифер. Разные какие-то трейлера. Да, ну надо прокатиться на Каскаде и на новой Вольве. Все никак. Здесь так уже хорошо сделано. Это трак Пенский. Это, в общем, рентовской трак. Можете арендовать этот трак за, не знаю, сколько он стоит, $1000 там, в месяц или сколько. Больше, наверное. Да нет, больше, наверное. Мне нравится у него. Пластмасски очень крепкие, хорошие. Хотя тут, ступенька с левой стороны есть. В принципе, это все, что надо. Очень просто. Тоже соединение. Все такое добротно сделано. Рама не сильно длинная. Да, снаружи каскать. Ну вот это, конечно, не помню, что это. А, это просто вот такая ерунда, просто резинка. Там стоит. Вот оно что. Всегда думаю, почему сюда пальцы залазят. Ну это некрасиво. Это реально некрасиво. За это, что я говорю, фретлайнер. То, что он собирается в Мексике, он так сделан как попало. Ну, Volvo тоже не без изъянов. Я так понимаю. А красный это emergency, постоянная накачка воздуха на подушке, поэтому... Накисто, да? Да, поэтому у тебя не заклинили тормоза, когда порвался синий. Ты просто тормозил только траком, теперь проверь тормоза на траке. Да, не, проверь, чтобы не стер тормоза на траке, потому что если ты был полный и тормозил только траком, а трейлер у тебя не тормозил. Ты тоже взял силиконовый шланг, да? Ну, такой, да. Чтобы мягенький. Да, да. Правильно, да. Он чуть дороже, но он гораздо легче. Нет. Я брал резиновый, ужас, просто деревянный зимой становится. Сейчас холодно. Стой. Он тебя вытащил там? Да. Тормоза сначала вытащи, да. Вытащил, да. А, вытащил, все, да. Ну, ты понимаешь, да, если он...
раздавлю, у тебя шипеть начнет сразу. Все, к нему подсоединяй. Не-не-не-не-не-не. Да-да-да. Ты же от трейлера, там нету воздуха, ё. Я тоже так сначала полез, туда сую, думал, потом что я делаю, слушай. Вася, тракист. Чусь. 100% все учатся, поверь. Некоторые всю жизнь учатся. Делай его достаточно плотно, не, это криво, не. Делай его, о, эту резинку поровняй тоже. Или поменяй ее лучше, потому что она будет пропускать воздух. Короче, будь не на трекстапе, как обычно. Так, нарисовалось небольшое неудобство. Внутреннее колесико спустилось. Неясно, что взорвалось или оно просто спустилось. Если спустило, просто, конечно... Нет, что-то оно не похоже, оно не может так спускать. Никак. Но оно может просто спустить до конца, если там гвоздь, и слететь, и все. Но потом, если ты его назад накачаешь, сделаешь, что нормально. Так. Если назад его накачаешь, будет хорошо. Но просто оно уже... Как бы эти колеса, в принципе, если они прилегают плотно, ты даешь хороший воздух ему, знаешь, он опа и накачивается. Даже ну, взрывать не надо. У меня такого хорошего нету воздуха. Это от трака. Не, ну он от трака все равно давит неплохо. А попасть еще. Ну вот именно, вот эта проблема с 19-ми колесами. Чего я еще самоподкачку взял, знаешь, я так с ними как бы не то чтобы мучился. Но когда я их именно накачивал, я имел чуть-чуть вот такие неудобства. Ну, поэтому я всегда их по 110. И молотком с утра все проверял. Да. Но все равно взлетали, менял. Надо попасть, там как-то попасть надо. Эти соски, они часто, когда меняют колеса, не выгинают в вторую сторону. И трудно накачать. Особенно маленькие диски 19-е. Снаружи ничего, внутренняя ерунда. This is 70R 19.5. Yeah, 265, 70, 19.5. Звоним в сервис. I don't know, it's totally flat. It's inside tire. Yeah, it's inside tire, but it's flat. But do they have the tires? Спроси, есть у них колеса? Yeah, it's a car carrier, yes. No, not in a rush. I mean, if we'll do it until tomorrow, good. Да. Помню момент с колесиками. Надо сейчас все проверить. Okay, yeah.